Я люблю бананы. А еще на них можно курить кальян. Как? Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Для кальяна на банане нам понадобится банан, зубочистки, трубочка. Как видите, кальян из банана сделать очень и очень просто. На этом все. Если вам интересно узнать больше о кальянной культуре и новинках рынка, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!